ГТРК «Мурман» и «Рустфонд» продолжают совместный проект по оказанию помощи больным детям. Сделать это можно прямо сейчас, отправив СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Сегодня герой сюжета – 8-летний Вова Аржанов. Иди, поехал, куда мы ее? На первый этаж, да? Машины – одно из увлечений Вовы. Мальчик добрый, ласковый, все понимает. Говорить пока не может. В этом случае в помощь карточке. Скажи, что ты сейчас хочешь? Так, что? Я хочу Барбоскиных. То есть он сейчас сказал, что он хочет посмотреть мультики Барбоскиных. Ну вот, если он сказал, конечно, надо мне сразу включать эти мультики. Мультики скорее как награда за сделанное. Долго находиться в своем мире Вове нельзя. Поэтому у мальчика много активностей. Один раз в неделю студия живописи. Рисунков уже наберется на целую выставку. Ходит в спортивную адаптивную школу, секция атлетика. В этом году даже стал призером на городских соревнованиях. У Вовы третье место. Это наша первая медаль. Вот. То есть на скорость даже прибежал, что я вообще не ожидала, конечно. Сама удивилась, как так получилось. В 5 лет Вове поставили диагнозы умственная отсталость средней степени, расстройство аутистического спектра. На фоне лечения ребенок стал спокойнее в поведении, лучше понимает обращенную речь, уже 2-й год ходит в коррекционную школу. Возросла познавательная речевая активность, прогноз. Развивать речь, сформировать минимально активный словарный запас, повысить концентрацию внимания, облегчить обучаемость, повысить коммуникативные навыки, улучшить поведение ребенка. Стоимость лечения 197 421 рубль. Раньше семья справлялась сама, в этом году обращаются за помощью. Читатели газеты «Коммерсанты» сайта «Русфонд» соберут большую часть. Не хватает 27 тысяч рублей. Сейчас у нас как раз вот около года приступов уже нет. То есть очень хорошая ремиссия идет. Самое важное, что мы вот должны еще, наверное, в течение года, если ну, все хорошо будет проходить это лечение раз в 3 месяца. Поэтому для нас вот это очень важно, чтобы мы не прекращали. Изменились условия отправки СМС. Теперь можно выбирать сумму, например, отправив на номер 5542 фразу «Дети 50», с номера абонента спишется именно 50 рублей. Если не прописать цифру, то стандартные 75 рублей. Делать добрые дела важно, тем более в канун Нового года. Юльнара Атемова, Михаил Нахайчук, «Вести Мурман».